Всем привет. Привет. Сегодня расскажем о курице, которую мы берем. И почему? У меня сестра работает в сфере торговли, занимается мясом, рыбой в основном. И по ее словам, сейчас очень много продукции курицы, которая именно для того, чтобы вес был больше, влага как бы оставалась. Они же пичкают ее для влаги. Влагоудерживающий агент добавляют, который даже при варке он не вываривается полностью, он остается в организме. У человека уже. Да, то есть вот такие фермы, как здоровая ферма, вот часто продают там монетка, магнит, ну, более удешевленные виды курицы, где там по 90 рублей килограмм. Вот именно туда как раз этот влагоудерживающий гель добавляют. Очень холодно, ребят, здесь. Она сказала, что лучше брать и набережные Челны, вот халяльную, то есть Мариэл. То есть вот эта курица, она сейчас еще идет как бы без таких добавок, без этого геля, и поэтому мы для себя берем. Халяльную? Мы берем вот крошанин гель, есть в семье. Ну, почему-то не во всех, а вот в больших гипермаркетах. Поэтому... Псылинская, да, сказали, еще птицефабрика тоже гель добавляет, да? Ну да, то есть, в принципе, вся курица, которая идет дешевая, туда добавляется для большего веса вот этот влагоудерживающий гель. Все? Все? Ладно? Такой вот быстренький ролик. Просто Маришка уже замерзла, здесь да, очень холодно вообще, ребят. Уже, ну все, всем пока. Всем пока.